Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении нескольких представителей Министерства здравоохранения региона. Как сообщает ведомство, четверо детей, имеющие генетическое заболевание муковисцидоз, не получали положенных льготных лекарств в течение нескольких месяцев. Как показала прокурорская проверка, причиной отсутствия медикаментов явилась халатность чиновников. Прокурорская проверка показала, что региональное министерство здравоохранения несвоевременно осуществило закупку и обеспечение детей жизненно необходимыми препаратами и устройствами, что повлекло существенное нарушение их прав и законных интересов. Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело о халатности. В министерстве проведены обыски, изъята необходимая документация. В настоящий момент следователи проводят допросы должностных лиц. Расследование уголовного дела продолжается.